Могу... Уважаемые коллеги, добрый день! Приветствуем вас на серии мастер-классов, которые идут в рамках форума Золотая арка. Рады вас приветствовать и рады приветствовать всех коллег, которые заинтересовались и присоединились к, к данному мастер-классу. Разрешите сразу передать слово Тайшанову Таллатурганвайчу вот, оператор-постановщик, педагог. Талат Ругабаевич, вам слово. Добрый день, уважаемые друзья. Ассаламу алейкум, хурмит достар. Я рад нашей встрече в формате онлайн. Меня зовут Талгат Тургамбаевич Тайшанов. Полная информация про меня есть вот на афише мастер-класса. И вы увидите на презентации, моей презентации вижу. Но прежде чем начну свой мастер-класс, я бы хотел выразить огромную благодарность в первую очередь Хакиму Азат Сервичу в его лице Алмаю, медиа-фильм-скул, за организацию онлайн-трансляции Zoom, а также выразить большую благодарность руководству Конфедерации Союз кинематографистов. Горкомитет Международного форума национальной кинематографии «Золотая арка» имени Рустама Ибрагимбекова. И, конечно, отдельно и особо я хочу отметить здесь руководство Союза кинематографистов Казахстана. По рекомендации Союза кинематографистов мы проводим мастер-класс. И здесь я хотел бы сказать, что это первый начало мастер-класса, который организуется Международным форумом Национальная кинематография «Золотая арка» имени Рустама Ибрагимбекова сегодня у меня будет. Вот Начался завтра у известного казахстанского художника кино Марат Рахшулы и Мамбергена. Тоже приглашаю вас посетить. 7 сентября в это же время пройдет мастер-класс Хакимова Азата Сергеевича. Тоже в это время. Это Казахстан. И потом пройдет мастер-класс Кривостаненко Петр Васильевича, это э, э, Белоруссия. И э, вот буквально я вот недавно по получил э, 13 сентября в 14.00 это время Москвы. Э, у нас в Казахстане в это время 17.00 пройдет онлайн-мастер-класс Рустама Абдулаевича Сагдулаева. Тема «Актер в современном мире». Э, поэтому э, «Актер в современном кино». «Актер в современном кино», извините. Ха. Все вот, информации э, мы опубликовали и э, оргкомитет э, международного форума Золотая Арка тоже публикует, поэтому вся информация там есть. Пожалуйста, э, следите за информацией и э, тоже как бы будьте в курсе. Ну и конечно, э, я хотел бы выразить огромную благодарность э, э, нашему журналу «А кино». Это же вот за техническую поддержку. Вот видите, вот журнал «А кино» — это журнал, единственный журнал на сегодняшний день в Казахстане, который пишет о киноиндустрии и киноискусстве э, Казахстана. Ну и э, я очень благодарен. Э, вот сейчас смотрю, вот участники, количество участников 101 человек. Я на это количество не рассчитывал, но это мне приятно, что вот 100, э, уже 102 человек подключились к нам. И э, всем участникам, всем слушателям этого онлайн мастер-класса я выражаю огромную благодарность. И здесь я хотел бы сказать, что на этом нашем мастер-классе, онлайн мастер-классе принимают участие и наши казахстанские киношколы. Это Казахский национальный университет искусств, факультет режиссура, арт-менеджмент и операции искусства, Казахская национальная академия искусств имени Тимирбека Жургенева, факультет кино и ТВ, Туран фильм академии, школа медиа и кино Алматы менеджмент университет. А также в этом онлайн, нашем серии онлайн мастер-класс принимают участие студенты и ну, все, кто заинтересован. Это из стран участниц международного форума «Национальная кинематография «Золотая арка» имени Рустама Ебрагимбекова. Это наши братские друзья Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикстан, Узбекистан. Теперь для тех, кто недавно подключился, мы сделали таким образом наш формат общения – если будет у вас будут вопросы, вы отправляйте вопросы на чат. Казахстанские студенты, у которых есть мой телефон, отправляют мне на WhatsApp, а также я отправлял свои телефоны. Ну, короче, есть вся информация, которая есть. Хакимов Азат Серж будет это модерировать вопросы. Если нет, то позвольте мне начать свой презентацию, чтобы время не тянуть. Так, где здесь презентация экрана? А, вот демонстрация экрана. Все, есть. есть. Так, вы запустили. А, все. Uh, уважаемые uh, друзья, уважаемые коллеги, uh, я хочу начать свой, uh, свой онлайн-мастер-класс. Uh, вот я тему такой выбрал многокамерный метод съемки в кино и на телевидении. Это очень, скажем так, с моей точки зрения, очень важная тема, потому что сейчас такое время, когда уже использование во время съемок работы в кино и на телевидении, возрастает количество камер, которые принимают участие в работе. Так, а что здесь не, не листается? Не понял. Так наш IT-инженер. А? а? все, хорошо, хорошо. Все. А, все, ха. Ну, вот иногда вопрос возникает даже у студента, вот многокамерный метод, что такое это, где она принимается? Многокамерная съемка, это метод съемки в кино и на телевидении, одно и то же, это, знаешь, когда вот одно и то же ну, эпизод, сцену снимает несколькими э, кино или видеокамерами с разных точек съемки. Поэтому это стало очень э, острой, особенно острой с изобретением телевидения в и проведением трансляции разных событий. И э, в современном кино. Ну, это, вы знаете, съемка военных парадов, демонстрации, съемка ток-шоу в студии, съемка вот, э, ПТС, это ПТС, это передвижная телевизионная станция, съемка телеспектаклей, съемка концертов съемка конкурса. Ну и, конечно, то, что наша тема непосредственно мы как бы затрагиваем, это съемка вот телевизионных фильмов, телесериалов, документальных фильмов и художественных игровых фильмов, например. Я небольшую такой подготовил справку, специально выбрал эту фотографию. Эта фотография, прошу обратить внимание на эту фотографию, это кинооператоры в Берлине 1907 год. Уважаемые друзья, вот так операторы ходили на съемку. Видите, какая головная обор, то есть о, цилиндр. Так что наша профессия была очень важная и очень уважаемая в свое время. Сейчас, конечно, мы ходим без болки, поэтому вы должны понять, что э, вот откуда появилась бейсболка. Ну для справки такое, вы э, знаете об этом. Но тем не менее я хотел бы для справки сказать, что вот э, история кинематографа начала свой отчет вот, 28 декабря 1895 года, когда братья братья э, э, Агюст, они э, братья Агюст там и Луи Лумьера изобрели вот э, фильм и первый показ, который мы всегда э, почему-то э, говорим прибытие поезда э, на станцию. Так, сейчас как мы вот это сейчас... Так, еще... А, вот так мы уберем сейчас... <coughs> Ну, считает, как бы в э, первый фильм, считается, прибытие поезда на вокзал города э, Ла-Сьота. Но на самом деле первым фильмом, который был показан в кафе Гранд-Кафе э, в Париже на бульваре Капуцинок, это фильм был выход рабочих с фабрики. Если э, вы обратите внимание, вот это первые... Кино, коммерческий показ был снят одной камерой, статично, Рабочий уходит с завода, статичная камера, прибытие поезда. Но даже вот такой кадр произвел огромный фурор для зрителей, которые этот фильм смотрели. Поэтому это очень важно знать. Ну, а как, а вот история самого развития многокамерного метода съемки в кино. Она как бы сама жизнь заставляла людей, кинематографистов, работать уже с несколькими камерами. Но, тем не менее, история отчета, это берет 1914 году, когда Дэвид Гриффит использовал вот несколько камер при съемке своего фильма «Любовь и Индианка». Но у нас вот э, начали использовать многокамерный метод. Вот многие смотрели фильм «Ирония судьбы» Ильдара Рязанова, где был оператором Владимир Нахабцев. Фильм «Гараж» тоже в 79 году Ильдар э, Рязанова. Это оператор Владимир Нахабс и Вадим Алисов. И вот где использовали э, очень э, камеры, э, несколько камер при съемке. Я здесь хочу сказать, э, э, сейчас я вот рассказываю, вот выступая перед вами, я сейчас вспомнил, вот мой мастер э, покойный Вадим Ащусов, э, он в фильме Андрей Рублев использовал тоже несколько Камеры. То есть эти камеры, они уже потихоньку становится уже входят в историю, в обычный режим работы. Скажем так, вот вы сейчас имеете, вот сейчас даже входите в zoom в входите, и мы даже не задумываемся о телефонах, о Zoom-трансляции и интернетах. А буквально недавно, совсем недавно, вот скажем так, в 80-е, 90-х годов у нас такого возможности не было. Понимаете? И вот это использование многокамерный метод съемки в кино и в телевидении, это было определенного рода как бы новаторство, что ли, скажем так. Это было неожиданно, было, например. Как. Поэтому это очень важно, которое производило впечатление. И здесь я хочу сказать, что у меня вот презентация поделена на две части. Первая часть – это кино, и вторая часть – телевидение. Ну, так как у нас, скажем так, время тоже ограничено, я постараюсь как бы максимально затронуть и кино, и телевидение. И здесь принципиально такое э, понимание. Вот э, на многокамерной метасъемке, которую мы э, снимаем, ну, используем в телевидении и в кино, она, скажем так, отличается. В телевидении, как вы знаете, если знаете там, как вы знаете, в телевидении ну, как бы камера установлена, и она, как бы, скажем так, непрерывно записывается за пультом режиссера кино же это снимается по команде режиссера. Ну, вы знаете, тишина на площадке, камера, мотор. Начали и одновременно включаются камеры, снимает определенную сцену, стоп, проверка, снята. Поэтому, скажем так, в кино это все-таки снимается, прерывается камера. А вот э, на в телевидении она может, ну, концерт идет, как там, есть идет мероприятие, он может сниматься скажем так, до конца. Я здесь как пример привожу свое участие в работе над проектом в 2012 году. Но вообще этот проект снимался в 2010 и 2012 год. Сложный проект был. Это проект пяти стран. Россия, Казахстан, Франция, Бельгия, Германия. Ресчером был уже тоже ныне покойный Бахтер Назаров. К сожалению, таджикский режиссер, российский. Вот такой. Рисчер Германия работал. Мы снимали его на на а, кинопленку. Мы снимали на кинопленку и снимали на камеры Арифлекс 535Б. знаете, это а, для чего вот принимается а, съемка несколькими камерами. Это уже а, на стадии подготовки, а, на стадии а, работы над рисчерным сценарием принимается решение, а, какой метод использовать при а, съемки, вот какие-то фильмы, проекты, скажем так. Есть проекты, где можно обойтись, конечно, и одной камерой, но в данном случае, несмотря на вот такие дорогостоящие оборудования, кинопленка, на кинокамеру, мы снимали с двумя камерами. Ну, в данном случае, вот то, что вы видите на экране, это корабль, это, кстати, декорация построили художник, он двигается. И такой огромный, но тем не менее, он тяжелый. Эту конструкцию двигать вперед-назад мы не могли с одной камеры снимать. Поэтому с двумя камерами мы снимали этот корабль, скажем так. Ну вот вы видите, например, тогда, так как мы снимали на кинопленку, то это записывалось на монитор, на мини-DV камеру. И потом на вечером режиссер отсматривал этот момент, это движение с камерой. Вот в данном случае очень важно. Мы снимали это в Магистратской области. Мы работали очень как бы, в тесном контакте с Казахстаном Темиржило. Это казахские железные дороги. И здесь мы брали, вот поезд идет, вы знаете, график очень плотный, и нам не могли дать огромное количество времени, поэтому нам приходилось использовать то время, которое нам давали. Это вот Напереди локомотива камера устанавливалась, которым я сидел рядом с машинистом и управлял. И в последнем вагоне на Тамбуре тоже устанавливалась камера, где сидел второй оператор и который снимался. Я здесь хотел бы стать, ну, дать такую краткую информацию. Вначале я не сказал, я извиняюсь. В этом проекте работало несколько команд операторов. Из-за того, что проект затянулся, первым работали бельгийские операторская группа, потом работали серб, серп оператор, к сожалению, я его имя забыл, потом, по-моему, был с Узбекистана, кажется, я извиняюсь, я просто сейчас в этой, с головой вылетел, я был оператором с казахстанской стороны, поэтому вот эти те кадры, которые я снимал. Я вот хотел бы здесь вот сделать такой упор, специальный слайд подобрал, потому что поезд едет, я стою на тамбуре и снимаю, как едет, как едет, как едет мотоциклист, ну, герой. И который, ну, как бы просит героя остаться, что он нужен здесь, как бы такой, скажем. А за ним едет вторая машина, которая, ну, впереди едет машина, которая снимает, как он на мотоцикле едет. То есть с двумя камерами. Впереди едет машина, которая снимает мотоциклиста. Я на тамбуре снимаю, как он едет мотоциклист. То есть тот машина, которую вы видите вот здесь, например, вот я вот мышкой показываю, он снимает мотоциклисты берет и берет поезд берет поезд берет, а я снимаю только мотоциклиста. То есть э, вот такая сцена была. Ну и конечно здесь э, часто задают вопрос, например, вот, э, вот как работать. Э, при съемке с несколькими камерами. Я э, являюсь действующим оператором и преподаю в Казахском национальном университете искусств на факультете режиссура, арт-менеджмента и э, операции искусства. Но здесь э, все, что мы снимаем одной камерой, она является основой. То есть основа э, работы с одной камерой. То есть мы не должны забывать композицию. Ну и, конечно, мы не должны забывать технические параметры. Это освещение, это баланс, экспозиция, стиль изображения, это цветовая гамма. То есть это само собой, то есть это момент такой. Ну и, конечно, умение работать слаженно в команде, это очень важно, потому что когда, когда работают несколько команд, это не просто два человека там стоят за камерой, а рядом находятся и вторые операторы, находятся все трещеры, и это очень важно знать. Ну и, конечно... Основа операторского изобразительного искусства это освещение. И мы должны понимать, что освещение. Бывают такие моменты, когда для одной камеры освещение является оптимальным, а для другой камеры это освещение является, скажем так, нехорошим, плохо смотрится. Поэтому мы здесь должны находить какой-то моменты. Кроме того, мы должны с речером разрабатывать бизнес Потому что актер может не просто сидеть, он может двигаться же. И здесь возникает вопрос. А как э, камера будет работать? Он будет работать статично или в динамике? Ну, я здесь с телесериала проскочу, потому что время тоже идет. Вот здесь хотел бы остановиться вот на <coughs>, телесериала, который... Ну, э, я бы хотел сказать, что в свое время в Казахстане это один из первых на постсоветском пространстве снимался такой э, сериал э, «Перекресток». Э, около 400, по-моему, или 500 серий было снято. И здесь потом, спустя вот определенное время, в 2014 году, пытались повторить вот этот скажем, сериал «Перекресток в Астане». 73 серии было снято. Там речером был Ермек Шнарбаев, художник Марат Имамберген. Кстати, он завтра будет проводить мастер-класс в это время. Интересный мастер-класс, работа художника Пино, поэтому приглашаю вас. И вот в этом павильоне у нас один из больших павильонов есть, казмедиа центре около 1000 квадратных метров. И э, здесь э, было построено около 27 объектов объектов павильоне. Представляете это? Э, и вот здесь тоже, представляете, вот такой объект и снимать одной камеры это просто нереально. Не и, конечно, вот применялся э, разный э, метод э, съемок, и в том числе вот самое главное это снимался на студийных видеокамерах Sony HD FS. Поэтому вот здесь вы видите, например, вот как камера работала, вот как камеры были расставлены, расстановлены. Потому что в современном мире сериал снимается вот именно в таком жестком режиме. И вот в 2021 году тоже был снят вот очень интересный телесериал Ханаш Хазна. Это сериал о известном казахском ученом Ханаш Сапаева снимался и тоже снимался с двумя камерами. Потому что, с одной стороны, казалось бы, это две камеры, это две группы, это дополнительные расходы денег. На самом деле это экономия. Самый дорогой в съемочном производстве – это съемочный процесс. Поэтому это экономия и всех средств, это съемочного дня, потому что съемочные дни – это очень дорогие. И здесь тоже вот работал мой коллега, речер Пастановичка Ирлан Мухаммедов, оператор Пастановичка был Аям Базлбек. Я здесь хочу сказать, что я это мой выпускник, моя школа, я горжусь, что вот я смог со своей командой отработать очень превосходно, и художником-постановщиком был Марат Имамберген. Вот здесь, кстати, декорации были построены московских кабинетов в Сири Гвардии и других московских кабинетов. Ну, это Марат Рахшул завтра сам расскажет об этой работе. Ну, вот видите, какая камера, как работала, например. Вот видите, какая камера, какую крупность собрала, другая камера, какую убрала ну это вот камеры, кстати, вот здесь я стараюсь присутствовать на съемочных площадках своих выпускников, для меня важно и видеть, как они работают, например, потому что это очень важно. Вот буквально вот недавно вот это в этом году летом наши выпускники вот то же самое Ямбазлыбек вместе с нашим молодым выпускником а Ян Изабеком снимали сериал, снимали брачный аферист, и тоже работали двумя камерами. И вот они меня пригласили на площадку, и я с того посмотрел, как идет э, работа. Вы тоже видите, например, что такие съемки невозможно снимать э, одной камерой. Но ну, это буквально недавно, это уже съемки вот, э, Нурсану Схабекова, который снимал сериал. Это съемки только... Вот, кстати, вот, вот этого э, веб-сериала «Брачный аферист», Салем социал медиа и телесериал Адель Зере. Это Адель Зере, это справедливость зере. Зере, это имя девушки, главных героиника. Они закончили буквально вот ну, месяц назад. Они сейчас находятся на монтажном тонировочном периоде. Поэтому ну, это так. Я сейчас, как бы, вот набегу заканчиваю свой первую часть своей презентации. Это многокамерный метод съемки в кино. Сделаю глоток воды и перехожу вот на многокамерный метод съемки на телевидении. Здесь уже э, эта тема вам больше знакома, э, но тем не менее я бы хотел сказать, что сейчас уже э, вот съемка на телеканалах, э, телевидении э, уже работает не 3-4 камеры, если в кино 3-4 камеры работают, то э, в этом, э, на телевидении уже работает уже, ну, почти 50 камер. Камеры могут находиться и под водой, и в небе на самолете, и могут находиться на этих э, операторских машинах и так далее и тому подобное на тележке, стади То есть сейчас это очень развито на Вот здесь я хотел бы сказать такой момент. Я сейчас э, время э, моей. Так, уважаемые друзья, пожалуйста, отключите свой звук. Это чуть-чуть э, перебивает. Хорошо? Я хотел сказать, что, например, вот когда планируете съемки, например, на телевидении, ну, телевизионную версию, например, всегда рисуйте схему съемок. Это очень важно. Вы должны знать, например, какая камера, какую крупность берет, как будет двигаться камера. Не обязательно здесь быть художником, вам достаточно нарисовать, схематически нарисовать. Это очень важный момент, например. И вот здесь я вот этот... Специально вот этот слайд я поставил, это съемка с пятью камерами. Это было в Берлине, в Германии, концерт-хаус. И э, здесь, с левой стороны, вы видите схему, которую я запросил, специально запросил э, с, а, у администрации концерт-хаус Берлин. И э, там они показали место расположения камер, где мы можем вставить. И мы, естественно, это сделали. Здесь вот еще Рельмеш Нарбаев. Вот здесь есть, вы видите кадр. Как мы по схеме отработали, и как мы поставили по непосредственно на, на ну, самом реальном, как есть в зале, например. Но здесь такой момент, я хотел бы сейчас вот показать вот эти вещи крупности. Мы не ушли один момент. Вот эта схема, которая была получена, которую вы видите вот на экране с левой стороны, мы не спросили расстояние вот от камеры, которая стоит вот камера номер один, камера номер два, <coughs> расстояние до сцены, вот до сцены мы не, не посмотрели, вот до этой сцены, видите на мы не спросили, почему-то, ну так получилось, это для нас тоже урок, и мы не спросили, а когда мы поставили, оказалось, что наши объективы, нашей камерой, хотя камера тоже была неплохая камера, эта камера у нас была Panasonic 4 К, оказалось, что камера крупности не берет Поэтому вот здесь вы на слайде видите, например, детали, крупный вы видите. Здесь уже мы э, переговорили с э, режиссером Ермек Шнарбаевым, Ермек Бектасовичем Шнарбаевым, э, потом переговорили с нашим ректором Айман Кожебектом Сахаджаевой, э, попросили генеральную репетицию сделать полностью в концертном э, костюме с концертом освещения. И мы генеральную репетицию сняли как концерт. Ну, сняли как реальный концерт. А потом уже спокойно мы э, работали на э, поход движения, потому что э, во время съемок классической музыки нельзя перемещаться, нельзя двигаться, нельзя даже щелкать фотоаппаратом вот этот затвор, Шик -шик 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 -шик. Это даже нельзя делать. Поэтому это очень важный момент был, поэтому мы <как> вот эти крупные планы, детали мы сняли во время генеральной репетиции с концертным костюмом и концертным освещением. И полностью программу мы прогнали. За это благодарны и нашему вот евразийскому оркестру, который согласился на этот момент, например, и они пошли на встречу с пониманием. Вот такая крупность. Ну и, конечно, <coughs> я хотел сказать, что работа, независимо от одной камеры работаете или двумя камерами вы работаете, работа с освещением – это основа изобразительного искусства. Вот. Это оператское искусство, потому что мы должны знать, основы должны знать. Это классический, это рисующий свет, заполняющий свет и так далее, и тому подобное. Я здесь не буду останавливаться, потому что эта тема большая. Ну, здесь я провожу схему освещения павильона, где с одним актером, где два актера, ну, два человека сидят, это то же самое. Ну, и, ну конечно, когда мы говорим крупность, крупности, мы здесь должны понимать, что мы. Вот, кстати, вот э, такую градацию э, крупного плана, крупности сделал э, великий русский речер Лев э, Кулешов, который разбил на крупности. И вот э, закон монтажа, вот который мы делали на крупности. И очень важно понимание, вот, знание вот этих терминологий крупного плана, общего средний план. Потому что завтра, когда вы будете разговаривать по радио, радио, по рации, мы должны понимать, что это требуется, например, ну, это крупные планы, которые есть, я вам привожу, чтобы это было понятно, вот средний какой поясной план. Ну, это как бы уже идет американское скажем, деление, вот мы говорим крупный план, а у них идет более детальный. Кстати, вот когда вы снимаете вот на телевидении, не лениться оператору просто нарисовать, схематически нарисовать крупности, которые вы хотели бы увидеть, например. Это вам стоит буквально 5 минут времени. Зато вы сбережете свои нервы. Когда материал получите, вы поймете, что вы получили тот кадр, который вы хотели получить в результате, например. А не то, что вы сказали, вы думали, а оператор потом вам скажет: А я думал вот такой кадр. А он еще раз скажет, например, а я хотел такой кадр, чтобы не было возбежания, недоразумения, необходимо все рисовать. В некоторых даже профессиональных, скажем так, телестудиях даже фотографии висят в ходе новостную, новостную студию, где вот этой крупности четко как фотографии, вот как я вам показываю, вот так и они стоят, например. Операторы а должны знать, например. Уважаемые друзья, мне кажется, время у меня есть. Например, я сейчас бегом-бегом пробежался. Ну, хотел сказать, что съемка, вот многокамерный метод съемки в кино и на телевидении, это очень важный момент. Александр, я хотел бы вот э, дать себе крупнее, потому что я завершаю вот этот. Или как, например? Давайте я поставлю первый. Поставлю кадр. Вот так, так. <клево> Уважаемые друзья, э, я сейчас хотел стать, например, э, я сейчас быстро пытался пробежать. Я понимаю, время сейчас самое важное, то, что есть, например. И, конечно, я выражаю благодарность за то, что вы подключились. Вот у нас сейчас количество участников 109 человек. И э, вот эта работа многокамерной метод съемки – это огромный пласт, например. Э, это затрагивает не только… вот э, Я вот просто общий момент рассказал. На самом деле это технический вопрос. Э, какие камеры, количество камер, освещение, разработка мизансцены – то есть здесь э, возникает куча вопросов. И в этом вопросе вы должны очень тесно взаимодействовать с э, режиссером, конечно, в первую очередь, например, с художником кино э, взаимодействовать. Потому что именно э, в этом моменте, на моменте подготовительного периода, когда идет читка, разработка режиссерского сценария, вы можете все это расписать, сделать. А во время съемочного процесса, когда уже вы вышли, вышли на съемочную площадку, все это э, может быть, э, скажем так, может вам обойтись... Очень обойтись очень дорого. Очень дорого. Это очень... ваши нервы, это скандалы, это недопонимание. Поэтому, к сожалению, такие тоже случаи бывают. И я призываю вас на стадии подготовительного периода, на стадии читки, на стадии решетческого сценария все эти вещи прописывать. Количество камер. Ну, конечно, здесь возникает вопрос, когда стоит, сколько должен быть камер с продюсером. Аружан, у нас время, сколько времени было? Весело 20 минут. Вот это да? Не знаю, пять минут, не знаю, даха. Я же не слышал. Уважаемые друзья, вот uh, определенное время сейчас uh, подошло. Сейчас я хочу этот, uh, остановить этот. Пагатургамбаевич, до того, как вы отключите свою презентацию, дело в том, что в чате здесь один из слушателей обратился показать слайд выставления света на одну камеру. Наверное, ну вот, если Лэнс, вы можете по Вот я поставил. Угу. Уважаемые друзья, вот схема освещения павильона, это э, одним, э, ну где сидит один журналист, один человек, это схематический, конечно, это постудийное освещение. Поэтому здесь э, уже э, э, схема освещения может быть она разная, например, с одним источником света, двумя источниками света. Поэтому здесь уже э, надо конкретно в каждом задаче этот вопрос отрабатывать. Если да, 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 извините. Дай слушай, ха. В чате еще один вопрос от угу. Виктора Денисова. Если вы завершили с предыдущим, то я угу. озвучу. Угу. Уважаемые друзья, я свою презентацию завершил. Я сейчас хочу убрать с экрана. Постараюсь убрать. Александр, помогите мне убрать с демонстрацию экрана. Сейчас, да. Все. Теперь я готов на вопросы и ответы. Толторовач Виктор Денисов в чате задает вопрос: как происходит слаживание коллектива для ком для командной работы при многокамерной съемке? Как происходит слаживание коллектива для командной работы при многокамерной съемке? Ну, если этот у меня был есть сокурсник Виктор Денисов, которым мы учились в Абвике, мастерской Вадима Чумсова, если он то я рад его слышать, и мне это приятно слышать. Это известный российский э, оператор, э, который снимал вот, э, репортажи, съемки, съемки, и мне приятно это слышать, например. Ну, возможно, это может быть и одна фамилия. Я не знаю, а. ну, конечно, очень серьезный э, вопрос и очень важный вопрос, потому что э, вот я своим студентам буквально сегодня проводил занятия своим студентам, и я как раз об этом и говорил. Говорю: ребята, говорю, операторская работа это коллективная работа. Вы не можете одни снимать, например. При всем желании, ну, я имею в виду про постановочные проекты говорю. Если, например, человек берет одну камеру, уходит в тайгу, или все уходят конечно, он может э, снимать то, что хочет. Поэтому операторская э, работа это коллектив, это творческий коллектив, это командная работа, и это техническая работа. Поэтому здесь, э, вот такого э, однозначного, такой рецепта нет, но я призываю вот операторской группе быть максимально, скажем так, быть внимательным. Я как делал например, своим студентам? Я говорю, например, сегодня ты оператор-постановщик, а ты его ассент. А завтра ты ассент, а он оператор-постановщик. Потому что умение слушать команду оператора-постановщика, умение подчиняться мнению оператора-постановщика, это очень важно. Потому что завтра ты станешь например. Все ваши разногласия, все ваши предложения, все это до съемочной площадки. В это время, в моменте вы можете обсуждать, разговаривать, предлагать. Но как только на съемочную площадку вы, вы выходите, там же, ведь вы не одни операторы, там находится съемочная группа, а состав съемочной группы может, ну, в среднем около 30-40 человек. Представляете, если там операторы будут там устраивать базар разборки. Поэтому я вот в этом плане очень... Это вот такое внутреннее такое воспитание, дисциплина, когда вы должны, вы должны уметь найти общий язык вот со своей командой. Вы, как оператор-построчника, должны поставить четкие, ясные задачи перед своей командой. А вы, как ассистенты и второй оператор, должны уметь реализовать поставленную задачу оператором-постановщикам. Если у вас есть предложение, то вы должны с оператором-постановочком заранее, отдельно, скажем так, Вышли за кадр, скажем так, и там переговорили, предложили свои э, предложения. Но на съемочной площадке раб команда оператор постановщика является, э, скажем так, э, это решающим. Ну, я так считаю, я так думаю, я так думаю. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Алла Мать, спасибо большое. Есть еще а, пару вопросов. И первый, а, один из слушателей под ником Платон наверное, задает вопрос. Есть ли разница многокамерной съемки в низком ключе и в высоком ключе? Вы знаете, вот э, с точки зрения вот освещения, э, никакой разницы нет, я считаю, потому что э, это вопрос, э, скажем так, э, изобразительное решение фильма. Какая задача стоять, вот, в данном случае на конкретном сцене, на конкретном мизансцене, например. Здесь э, важно что вы могли несколькими камерами решить э, поставленную задачу э, режиссером, то есть изобразительное решение фильма. Он может быть и в низком ключе, и в высоком ключе, например. Поэтому здесь э, технология, она другая, например. Ага. Потому что камерами, да, вы можете снять солнечный яркий солнечный день, снять двумя камерами. Идет парад, например, э, демонстрация, например. Ну, сняли светолеты, сняли там, поставили э, на машину, сняли на квадрокоптеры, сняли, ага. Это одна задача другая версия, когда вы снимаете какой-то экшн фильм, третья версия, когда вы снимаете там хоррор, ужастики. Поэтому здесь принципиально важно, чтобы вы на стадии вот подготовительного периода, на стадии риширинг сценария, могли вместе с речером, художником и оператором решить, как эту задачу реализовать в изобразительном плане. Поэтому здесь технология она как бы, скажем так, находится на плоскости подготовительного периода, а техническое исполнение вы должны попасть, ну Фокс, баланс, все технические вещи должны быть четко и ясно решены. Спасибо большое, Атлад Гамбаевич. И также здесь есть вопрос от Ахботы Эльдербаевой, студент операторского искусства. Вообще необходимо отметить, да, наверное, тенденцию последних времен, последних лет, что на операторское очень много идут, идут девушек. И прям очень-очень да. хорошие показатели прямо у них. Но что касается вопроса Ахботы хотела задать вопрос. Какими трудностями вы столкнулись во время съемок с несколькими камерами на своих проектах? На что надо обращать внимание? Ну, наверное, вот уже при подготовке и молодым специалистам, на что надо обращать внимание? Да, это тоже очень важный вопрос. Спасибо, Абата. Действительно, вот когда вы начнете... Вот у нас сейчас такой, вот я, я говорю, я занимаюсь со студентами, я веду свою мастерскую, и студенты проскакивают вот такой важный момент. Подготовительный период. Они хотят сразу взять камеру и снимать. И вот как только это делают, у них появляется куча ошибок. появляется И, как говорят, куча дров наломана. Поэтому вот вы должны все делать в подготовительный период. И заранее какие-то вещи, например, ну, скажем так, заранее чуть-чуть время снять какую-то сцену, там, простую сцену, показать схему движения. Действительно, когда я вот впервые столкнулся с многокамерными методами съемки, вот в 2009, 2009 году я снимал сериал «Арман Кала», это «Город мечты», 12 серийный фильм, и впервые столкнулся, как бы, с таким... Двумя камерами мы снимали, двумя камерами, и установка камер. Когда одну камеру ставишь так, вторая камера входит в кадр. Или, например, свет выставляешь под эту камеру, то для другой камеры это Получается не то. Поэтому здесь очень важно какие-то сцены, может быть, снять отдельной, одной камеры. А какие-то вещи снять с двумя камерами. Или, например, есть вещи, когда, например, актеры сидят, разговаривают. Ну, сидят статично, скажем так. Здесь лучше, лучше отработать двумя камерами. А бывают моменты, когда с двумя камерами снимать надо. С двумя камерами снять надо. Я сейчас вот вопрос сказал, а вот я сейчас вспомнил. Вот Вадим Ащусов во время съемки Андрей Рублев, ну там массовая сцена была, там войска шли и так далее. Он просто одного оператора переодел, ну, массовку переодел и на руку дал камеру. Он, то есть он взял камеру на руку и он начал снимать. То есть оператор, когда был вот, вот камера, я беру конус автомат, кстати, это легендарная камера, Конус автомат, на которой, кстати, это камера, на которой я работал. И то есть оператор взял камеру вот так, и он пошел снимать в толпе. Но при этом у него был э, э, костюм э, ну, того времени, снимал, например. Поэтому здесь э, очень важно, чтобы вы могли заранее э, как бы распланировать и рассчитать их. Вот трудность в том заключается, потому что две камеры или три камеры, они начинают мешать друг другу во время съемки. По освещению, по композиции, попадает в кадры. И это, это уже в каждом случае надо э, практически принимать решения. Спасибо, Абота. Да, Алтурнавач, спасибо большое за ответ. И у нас еще несколько вопросов есть, <связывающий> опять же, от Платона. В каких случаях многокамерная съемка будет лишней? Ну, вы частично ответили в предыдущем ответе, в комментарии в предыдущем комментарии. Ну, вы знаете, вот я, наверное, буду в этом случае повторяться. Основы планирование является, когда на стадии вот запуска режиссера сценарий идет, тогда надо вместе сидеть с режиссером, и с художником, и продюсером, и оператором. И вы должны отрабатывать. Например. Есть вещи, когда надо удобно бывает от одной камеры. Например. А бывают вещи, когда, например, надо должны работать две камеры. А представляете, вы снимаете какую-то историческую картину, например, там даже две картины, двумя камерами вы не обойдете. Там надо, например, 3-4 кадра, например. А бывает ситуация, когда, например, надо работать 5-6 камерами, какой-то сцена взрыва, например, какой-то экшен фильма, например. Поэтому в этом плане очень важно, чтобы вы э, уже на стадии э, подготовительного периода э, отрабатывали. Я где-то прочитал, я сейчас дословно не помню. Вот количество поток, которого вы потратили на подготовительном периоде, это может обернуться определенной, скажем так, кровью во время съемочной площадки и нервами. Поэтому, пожалуйста, уважаемые друзья, уважаемые студенты, подготовительный период – это является то, что вы можете экспериментировать, можете попробовать, можете потратить съемки вечно. Но на съемочной площадке этого вам никто не позволит. Сегодняшнее кино – это продюсер кино. Если вы будете на площадке на съемочном, во время съемочного периода на съемочной площадке будете экспериментировать, то продюсер вам скажет «до свидания», «заходите в следующий оператор», скажет, Напер". Поэтому не пренебрегайте подготовительным периодом. Спасибо. Алтур Иванович, спасибо большое. Следующий вопрос от Арнура. Каким образом операторы и режиссеры взаимодействуют для достижения желаемого эффекта при многокамерной съемке? Какие средства коммуникации используются? Вы знаете, вот здесь сейчас, вы сказали, я сейчас набегу показать вот съемки, которые мы снимали в Берлине, на концертхаус. У нас были рации были, ну, наушники, рации были, мы разговаривали, конечно, во время репетиции все нормально было, а потом оказалось, что эти рации не нужны, потому что во время классического концерта вообще такие вещи нельзя делать. И хорошо, что мы э, нам вовремя предупредили. Кстати, для меня тоже это было открытие. Я никогда не снимал классические концерты, и для меня тоже было это открытие. И мы тогда э, э, испытали определенный шок. Ну, шок э, это полезно для человеческого организма, для мозга, скажем так, мозг быстрее работает. И мы там потом начали отрабатывать разные методики. Ну, скажем так, например, находится на больших расстояниях. Конечно, когда рации есть, проблем нет. По рации все команды звучат. От еще раз за пультом, который... Или находится рация, которая находится на руках, вот такая рация, и по рации, которая передает команду, например. На всей команде вся группа слышит, например, как рещер кричит там. Или второй рещер кричит всей команде, например. Или оператор, который слышит через наушники, через вот эти гарнитуры. Но бывают ситуации, когда вы можете, вы должны работать, и вы должны знать, например, какие-то, ну, какие друг другу, по крайней мере, переговорить, например, если вот так, все, остановились. Или, например, снимая, продолжая камеру. Вот, кстати, вот я сейчас вспомнил фильм, ой, фильм, где играет, ой, фильм называется Кредитин Тарантино, когда главный герой Джанго, освобожден Джанго, когда актер, актер, как зовут Джанго, главный герой, когда бьет по столу и разбивает стакан. И он бьет по стакану, разбивает, и он э, режет руку. Кровь. Представляете? Оператор не остановил камеру. Он продолжает снимать камеру. Например. И он э, снял, например. Или вот недавно показали, повторно сделали, э, фильм 17 мгновение весны», когда Штирлиц э, подходит к своей машине, и вдруг появляется э, собака. Собака появилась. Он неожиданно просто там кто-то гулял, и собака выскочила. А так как Вячеслав Тихников, Тихонов любит собаку, он начал как бы ее гладить и операцию снимал. Поэтому здесь надо иметь какую-то интуицию. Бывает момент, когда режиссер не может вам в силу определенного обстоятельства какую-то команду громко дать, например. И вы здесь должны понимать и чувствовать, что важно не только включить камеру, но и важно знать, когда выключить камеру. Потому что самое интересное может произойти после того, как вы выключили камеру. Вот это очень важный момент, и это э, интуиция. Палтернович, спасибо. Вам задает вопрос Али Оразбек, операторское искусство, второй курс. Можно ли снимать разными камерами на проектах? Ну, я, я вопрос... думаю, я думаю, вопрос немножко по-другому звучит. На одном проекте снимать разными камерами, наверное, так. Да, 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 да. Вот я думаю, я думаю, тоже так он, видимо, неправильно э, сформировал вопрос. Да, действительно, вот это очень важный момент. момент, если вы работаете на проекте и пытаетесь снимать разными камерами с разными техническими параметрами, ребята, э, ну, я вот оператор, имею опыт, я вам скажу, например этого нельзя делать, потому что разные камеры, разным техническим параметрам вам дадут разные изображения. И завтра, ну, представляете, два человека разговаривают, одна картинка такого качества, другая картинка другого качества. Один, например, скажем, крас красный, ну, я условно говорю красный, а другой картинка зеленый, например. Поэтому это будет ужасно. Поэтому здесь э, от операторов, от режиссера, от съемочной группы требуется умение на как бы в подготовительном периоде убедит продюсера, что вы работали на двух технических идентичных камерах. Пусть это будет не Ари Алекса, скажем так, например. Пусть будет не Арефлекс будет, но пусть это будет другая камера. Но два идентичных технических параметра, потому что картинка должна быть идентичная по техническим параметрам. Я говорю про технические параметры говорю. А я уже не говорю про изобразительное решение фильма, потому что когда вы пытаетесь решить изобразительное решение фильма, например, вот в низком ключе, например, представляете, камера, которая в техническом плане слабая камера, а вы снимаете в низком ключе, например, в темном помещении где-то еще, например, она начнет зернить, например, а в другой камере снимать, там все, картинка классная, поэтому этого категорически нельзя делать. Спасибо большое. А вам задает вопрос Ангелина Самойлова, второй курс а также операторское искусство, студенты операторского искусства, какие ошибки допускают операторы при многокамерной съемке. Это задают вопрос из высшей школы Туранфилим Академии. Ну, вы знаете, вот здесь я не могу вот, э, полноценно ответить на этот вопрос, потому что съемки бывают разные, э, и которые невозможно даже предугадать, например. Ну, вот, вы знаете, вот, э, это один главный момент, вы знаете, вот, невозможно все предусмотреть, невозможно все предугадать, потому что жизнь, она меняется, даже э, на съемочной площадке все может происходить, например. Есть, есть некоторые режиссеры которые снимают по раскадровке. Вот кадр такой-то и снимаешь, например. Все, шаг вправо, шаг влево, нельзя делать. это А есть режиссеры которые э, снимают, как бы, импровизируют, например. И э, здесь я хотел бы вот дать небольшой такой ну, совет, скажем так, имея опыт, скажем так, определенный опыт общения с режиссерами, мы должны понимать, что все-таки за фильм отвечает режиссер. Мы, операторы, решаем задачу, которая стоит перед нами режиссер. И операторы, и художники, и другие вот команда, команда съемочной группы, мы пытаемся реализовать вот какую-то задумку режиссера. Поэтому мы должны, во-первых, с режиссером какие-то вещи согласовывать, например. Есть импровизация бывает момент, когда, например, ну элементарно даже, вот, вот камеру включили, мотор камеры начали, актер сыграл, и все, и камеру оператор выключил. А режиссер-то, актер-то продолжает играть же, например. Вот как я говорил в фильме Штылис, например, собака вошла в кадр, который не был предусмотрен в кадре, например, ха. он вошел в кадр, а оператор не остановил камеру, он снял. И этот кадр вошел в фильм. Поэтому очень важно, вот здесь, когда вот в учебном процессе прохожу, я своим студентам, вот сегодня встречался, я им говорю, например, очень важно, чтобы вы с первого курса работали с разными режиссерами, ну, по крайней мере, студентами. И в конце концов, в конце концов вы найдете того режиссера, с которым вам будет комфортно работать. Очень комфортно будет работать, например. И очень большое счастье, когда оператор, ну, я имею в виду съемочную группу, там, оператор, художник, композитор, находит, как бы, единомышленника. Если вы найдете единомышленника, то режиссер не будет каждый раз заглядывать там в окуляр камеры. Дай посмотрю, какой ты кадр снимаешь. Крупный, не крупный план. Для себя. Поэтому очень важно здесь, я думаю, вот работать с режиссерами. Рахмет, спасибо. Спасибо большое, Талат Рамбайч. Вам задает вопрос Альфия из Ахметова, первый курс, но режиссер анимационного кино Университета mm -hmm. искусств. Какие самые тяжелые ракурсы и постановка кадра были в вашей карьере? Сейчас вот сходу с чего вспомнить. Вот сейчас я э, вспомнил. Вот, ну, то, что резко вспомнил, это вот работа на проекте э, ожидании моря». Это Бахтер Худонизаров, который мы снимали, это проект от пяти стран, э, съемки, например, с двумя камерами на кинопленку мы снимали. Ну, вы знаете, кинопленка это имеет свойство заканчиваться, а в цифровом формате вы можете снимать бесконечно дубли, например. Поэтому очень важно было отрепетировать. Технически я имею в виду отрепетировать камеры, движение камеры, точки съемки. Поэтому вот именно на проекте «Вождание моря» для меня был очень сложный момент, когда мы, не только для меня, но и вот операторской группы, потому что это кинопленка была. В цифровом формате снимайте, сколько вам позволит ваш хард-диск или флешка, скажем так. Зависит от объема диска, вы можете снимать без конца. Не понравилось, удалили. Отформатировали, давай еще снимать. А кинопленка вам этого не позволит. И вот съемка двумя камерами на проекте «Вождание моря» было очень сложным, тяжелым вот, в организационном и техническом, и творческом плане для меня. Спасибо большое. Вам задают вопрос, есть ли ракурсы съемки, которые недоступны для многокамерной съемки? Вы знаете, вот э, э, я сейчас э, стараюсь смотреть э, телеканалы, разные телеканалы, разные проекты смотрю, например, потому что мне частично интересны. И мне сейчас кажется, что по нет, по-моему, никакого ракурса, который сложен был. Потому что даже под воду э, ставят камеры, самолет летит, в нем камера стоит, например, человек на велосипеде едет. Вот я вначале в свое время я не признавал GoPro. Ну, камеру GoPro, маленькая камера. Я не признавал его. И когда мы работали вот своими коллегами на одном из тимбилдинге, э, 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 и когда камеру поставили на велосипеде на, на, голову, это, ну, когда появилась камера, например, а потом вторую камеру поставили на велосипедную ручку, например, это было, для меня было какое-то открытие было. То есть я считаю, что э, предел э, вот этих использования многокамерных методов съемок, ну, она зависит от наших фантазий, скажем так. Поэтому это нет предела, скажем так. Сейчас можно снимать и под водой, и в воздухе, и в космосе. Ну, я не знаю даже. Вот недавно отправили же россияне на Луну, например. Они сняли Луну, сняли с обратной точки, например. Знаете? И также они не с несколько камер сняли, А Спасибо большое, Талатур Уважаемые друзья, Талатур разрешите напомнить, мы уже находимся в эфире час. Вот, Татургомыч, у вас отсоединился кабель, камера вас не снимает, и у нас. Вы есть... меня слышите? Главное, вы меня слышите? Да, мы вас слышим, и у нас есть один вопрос, если позволите, уважаемые друзья, может быть, он будет завершающий. Я извиняюсь, а Вам... зачти, я извиняюсь, да, Ильич, просто... да. Да, вот у меня студент просто мне отправил СМС, я пытаюсь. Да, зачитайте, зачитайте. Я как-то пытаюсь его отправить, но. Какое-то ограничение, наверное, для нас стоит, что мы не можем отправлять смс. Ну, я зачитаю. Просто, ну, вопрос такой, то, что это наш новый студент первого курса, как раз вот набрал, я набрал свою мастерскую, и он у нас по обмену из Узбекистана. Угу. И у него такой вопрос. Какие ключевые преимущества можно назвать в работе с несколькими камерами? И с какими проблемами чаще всего могут сталкиваться начинающие операторы э, в решении снимать многокамерно? Ну, конечно, я думаю, то, что некоторые уже частично были отвечены. Но да. вот э, ключевые преимущества, я думаю, как раз вот, если Толгат Гамбач вы назовете, будет очень хорошо. Но ну, чтобы он был тоже услышан. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, здесь э, я хотел повториться. Очень важно э, на стадии работы над сценарием, над решерстным сценарием во время читки, скажем так, э, очень важно, чтобы оператор принимал участие вот в, этом ресурс, в разработке ресчерского сценария во время читки, потому что именно здесь он может задать вопросы и уточнить, и он может понять, а нужна ли здесь две камеры? А может быть пять камер нужно, а может быть одной камеры снять. Поэтому очень важно, что вот подготовительный период оператор принимал участие, самое активное участие, например, при съем при вот подготовительном периоде. Очень важно, потому что вот я еще раз призываю молодых кинематографистов этот момент учитывать. Я своим студентам говорю: ребята, есть подготовительный период. Запомните, говорю, подготовительный период, подготовительный период, подготовительный период вот сколько вы потратите время на этот подготовительный период, это все будет отражаться на съемочной площадке. На съемочной площадке вы можете снимать один день, например. Но есть, а можете потратить например, неделю на подготовку, зато вы этот один съемочный день отработаете успешно и активно. Например. Но вы можете э, прийти на съемочную площадку не подготов и вы потратите кровь и пот, и здоровье, и вы ничего не снимете. Поэтому, уважаемые друзья, подготовительный период очень важный период, например, работа над решетным сценарием, работа с художником. Это очень важный момент, Азас Сергеевич, за uh -huh. знаете, вот действительно мы около часа сидим. Просто ко мне на WhatsApp тоже вот на телефон отправляет сообщение. Я вот сейчас включил, например, uh -huh. если можно, например, я сейчас на эти вопросы пару вопросов как бы зачитаю, а потом уже вы дадите команду, как нам дальше быть, uh -huh. Вот пришел, хорошо понял. Да. Вот сейчас пришло сообщение мне вот на телефон от Иудашева Александра Аватовича, Москва. Ну, это мой сокурсник. Александр, рад тебе слышать. Спасибо за вот то, что принимаешь участие. Естественно, когда вот онлайн-мастер-класс был, я отправлял ссылки своим друзьям, сокурсникам, и они тоже пишут, например. Они знают, что я выпускаю журнал. Вот написал, Толгат, рад за тебе. Удачи. Вопрос, говорит, как можно подписать, подписаться на журнал жасу энергия. Вот, э, уважаемые друзья, вот перед нами, вот сейчас лежат вот журнал. Я вначале показывал, видите, вот журнал. Я крупно показываю. Это журнал о кино, о киноиндустрии Казахстана, о киноискусстве Казахстана. Э, мы его сдаем своей команде. У нас главный редактор Ирина Александр Мусиан. Э, у нас э, команде Александр Мусиан. Мы этот э, журнал делаем. Это очень важный журнал, например. Э, э, я знал, что такой ответ будет, потому что я специально выставил этот журнал, например. Это последний номер, да, или, да? да? Вот это здесь команда рядом находится, они за кадром все это организуют. Поэтому, дорогой Саш, дорогие друзья, это журнал вы можете подписаться. Он выходит у нас в электронном виде выходит. Вот можете написать вот электронную почту mail собачка prp.kz например. Или на сайт зайти www.prp.kz. Это журнал о кино Казахстана. Видите, какой? Порошенький, толстенький, скажем, журнал. Поэтому это вот, Саша, спасибо. И вот мне другие тоже спрашивают, как журнал может подписаться. И вот следующее мне, ну, здесь уже отправляет Марик Мустафач Калабек Это мой друг, с которым мы вместе учились, вместе жили. Налгат, поздравляю с мастер-классом, молодец, желаю удачи, успехов. Спасибо, Марик, ну это с Москвы. Ну Виктор Денисов, который тоже мне отправил смс. И вот для меня тоже приятно, вот Ильдур, э, извиняюсь, Ильнур э, Джахан Гироглы Мехтиев, это из Баку, декан факультета и, э, экранных искусств Азербайджанского государственного института культуры и искусства. Сегодня он мне звонил, поздравлял, пожелал удачи, вот сейчас отправил. Я надеюсь, его студенты э, сейчас связи были, на онлайн-связи и другие смс приходят, я постараюсь на ваши сообщения, смс, которые отправляли, ответить ну, в личном порядке. И, за Сергеевич, я хочу завершить еще раз как бы выразить благодарность вот организаторам Международного форума национальной кинематографии «Золотая арка», выразить имя Рустама Ебаргенбекова «Золотая арка», выразить огромную благодарность руководству Конфедерации Союза кинематографистов Казахстана, руководству Конфедерации Союза кинематографистов, а также всем, кто вот принял участие в нашем онлайн-мастер-классе. И отдельно я хочу выразить огромную благодарность своей команде, вот Ирине Мусьян, Александр Мусьян. Здесь рядом сидит моя дочка Аружан, которая тоже помогает мне. Всем спасибо. У меня вопросов нет. Э, остальные вопросы я постараюсь ответить э, э, в частном порядке, если получится, потому что время уже час мы сидим. Ну, если будут вопросы, пару вопросов я готов ответить. А заселевший, вы командуйте. Уважаемый Аталатур Гамбаевич, прежде всего спасибо большое за очень интересный и информативный мастер-класс. Но мне бы хотелось, прежде чем мы будем завершать, спросить, может, у кого-то есть еще комментарий, да. либо вопрос в, в эфире, у кого включаются камеры, либо включается да. микрофон. Да, да. М Вопросов вопросов нет. Есть пара вопросов из чата. Они угу. буквально от наших начинающих кинематографистов. Угу. И такой вот, я думаю, завершающий может быть будет ваш ваша рекомендация, ваши пожелания. Какая камера лучше всего для начинающих для съемки? И, наверное, этим вопросом мы будем завершать. Вы знаете, вот очень интересный, очень важный вопрос вы мне задали, потому что об этом спрашивают мне практически каждый день знакомые, родственники, друзья и так далее и тому подобное. Потому что здесь, скажем так, вопрос один. В зависимости от вашего финансового положения, от бюджета, вы можете купить камеру. Ну, конечно, профессиональная камера, конечно, хорошо бы иметь, например, но он стоит дорого, например. Есть, например, камеры, которые дешевле, например, но они какие-то вопросы возникают, ну выполнять, например. Вот, например, у меня есть телефон, например, он недорогой телефон. Я какие-то вещи отрабатываю, например. У меня есть другой фотоаппарат, Рожа, Дай фотоаппарат мой. Есть небольшой фотоаппарат, которым, например, я отрабатываю, например, какие-то свои задачи. Вот я выезжал за границу, вот такой маленький фотоаппарат, например. Видите? Поэтому зависит от той задачи, которая перед вами стоит, например. И имея определенный бюджет, вы должны стремиться. Вот буквально, вот, кстати, вот этот вопрос я сегодня спросил студентов своего своих студентов. Они второй курс перешли. Я у них спросил: вы год отучились, какие у вас камеры? Поменяли ли вы свои, свои камеры? Закупили ли новые камеры? К сожалению, они камеры не поменяли, зато они купили дорогие телефоны. Знаете, ну и на телефоне можно какие-то задачи решать, например. Ну, я как бы, э, рекомендовал бы вот студентам, которые хотят заниматься профессионально, работать с профессиональной камерой. Но это стоит определенный бюджет, например, и который э, требует затрат, например. Но есть э, бюджетные варианты, э, которые могут решить и ваши задачи, например, например. Поэтому здесь уже вопрос такой широкий, в зависимости от задачи, которая перед вами стоит, например. Если вы просто снимаете, сами себе снимаете, то зачем вам нужен такой дорогой фотоаппарат, например, ну, там, Канон, Марк 5 и другие фотоаппараты, например, или еще другие камеры, например. Когда можно на телефоне сфотографировать, например, те вещи, которые вам нужны, ну, ну, Спасибо. спасибо. Да. да, можно задать последний вопрос. Да. Слушаю вас. Я студент операторского искусства первого курса Казнаи. И я бы хотел задать у вас один вопрос. Смотрите. По поводу многокамерной съемки, как нужно организовать процесс и снять, допустим, многокамерный проект, чтобы не создались проблемы во время монтажа? Потому что я часто сталкиваюсь с проблемой во время склейки самого проекта знаете, вот вы задали очень важный вопрос, который, вот, может быть, Саша, самый главный вопрос при съемке многокамерной метода съемки кино. Например. Первое, это зависимость от сценария, который вы поставили, вы должны вместе определиться с оператором, с режиссером, с художником, что вы хотите добиться. Это первое. Второе, а это тоже немаловажно. Не, не например. Многие, например, пренебрегают техническими возможностями. Я вот буквально вот на своем, во время презентации говорил о в том, чтобы камеры должны быть в техническом плане идентичны. То есть одной марки камеры, одной технического параметра. И когда у вас один технический параметр, например, и второй, это кас... третий касается это вопрос мезосцены, который вы с... разрабатываете с режиссером, с оператором, как будет двигаться актер, как будет двигаться, например, камера. И когда вы эти вопросы решаете, это как шахматы. Как вы только решите, и у вас эти вопросы отпадают. Ну, конечно, Конечно, здесь один такой скажем, ну, совет. Снимите первичные планы. Первичные планы во время монтажа именно не отходя. Вот вы сняли, вот многокамерный метод сняли, вы все отработали, потом дайте операторам снять первичные планы. Вот именно первичные планы вам на монтаже могут помочь какие-то технические вещи, ну, условно говоря, скажем, косяки например. Ну камера пошла там, ой, актер пошел, камера одна вошла в камеру, например, или двинулся там, что-то еще вошел, то в этот момент вы можете перебичным планом э, закрыться. И это делают все большие мастера, э, и этого не надо э, забывать. Перебичные кадры, обязательно снимайте перебивочные планы. Вот вы сняли, даже мы сейчас вот мастер-класс провели, онлайн-заключение сняли, мы обязательно э, дополнительно для себя снимем какие-то видео, фото снимем, потому что это нужно для отчета, это нужно для трансляции для монтажа фильма например поэтому мы это сделаем после того как мы выйдем из общей вот этой э, онлайн трансляции поэтому перевичным планы не забывайте а еще можно последний дополнительный вопрос а как правильно менять крупности плана допустим крупный план средний план общий план чтобы допустим во время многокамерной съемки это смотрелось гармонично во время последнего этапа после монтажа, когда это все будет готово. Вы знаете, вот я сейчас вот, тут камеру поставил, вот видите у меня вот компас автомат родной, которым я работал, вот видите, вот объективы снимать крупный план. меняется вот турелем. у меня смотрите вот, крупный крупный снимается например. Звук слышите, например? И э, то, что я вам говорю, например, по поводу крупности, еще раз, вы должны с речером на стадии раскадровки вообще, вот знаете, вот одна беда, я думаю, это беда, например, может быть, времени, когда все мы торопимся, бежим куда, например. Вот когда мы э, работаем, например, даже профессионалы, мы рисуем, раскадровку делаем, операцию экспликацию делаем. Мы делаем операцию экспликацию. Операторы не обязательно могут красиво нарисовать но схематически можно что-то нарисовать. Если вам надо для продюсера презентацию делать, пригласите своих друзей-художников, они вам нарисуют, например, и крупности вы должны заранее отработать, потому что во время съемки, например, ну, бывает момент, когда, я говорю, зависит от режиссера, который режиссер хотел, чтобы сняли вот так, крупно, например, ну, хоть треснем, но он просит так снять, например, ни выше, ни ниже, например, другой просит по пояс, а третий просит, ну, как как ситуация пойдет, импровизация, потому что сейчас многие фильмы уже становятся более свободными. Может быть, смотрели фильм «Бёрдман», например, «Бёрдман» или «Рома», когда актеры двигаются свободно по, помещению, например, в этом интерьере, например. Поэтому здесь уже... Или фильм, например, «Выживший», например, «Ди Каприо». Вот, кстати, я вот фильм говорил, там «Джанго». Вот «Джанго», вот фильм как раз вот, «Ди Каприо», который ударил стаканом, рукой по ладони, по стакану, стакан разбился, и он порезал руку, например. Это было непредусмотренно. Просто актер так сыграл. И руку порезал, например. И оператор это снял, не остановил камеру. Поэтому здесь очень важно вот какое-то... Э, вот я своим студентам говорю. Знание, опыт, и, э, который вы набираете, читаете, учитесь, например, приводит вас к интуиции. Вот интуиция такой момент, когда вы интуитивно понимаете, что надо чуть крупнее, надо отъехать. Решить не всегда может эту команду дать оператору, ну, потому что камера находится далеко, нельзя микрофон говорить, потому что запись звука идет. И здесь очень важно вот интуитивно какие-то вещи решать, например. Ну, желательно заранее, конечно, заранее все это обговаривать, заранее обговорить, например. А когда уже на площадке, когда уже прозвучала команда «Чесна на площадке», «Мотор», «Камера», «Начали», здесь уже все. Это уже оператор, камера включил и актер. сцены. Здесь уже только один режиссер может подать команду «Стоп! Снято!» или «Стоп! Репетиция!» И второй кадр дубль его, А это сказать можно. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, Талатур спасибо большое. Я думаю, мы будем завершать, но мне бы хотелось все-таки пару, пару сообщений из чата прочитать специально для вас, Талатур Гамбаевич. Талатур Гамбаевич, спасибо большое за ваш мастер-класс на актуальную тему и важную сейчас тему в кино и на телевидении. Огромная важность – это выпуск вами и вашими коллегами журнала «Кино». Денисов Виктор, ваш сокурсник, и Николай Соломенко тоже ваш сокурсник, оператор а. российской киностудии. Спасибо, спасибо. Витя, спасибо, Николай, спасибо. Прият также, вас. также а, вас благодарит Ирина Яновская, уважаемый Талгат, большое вам спасибо и всем, кто вам помогал. Спасибо. Угу. Ну, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. А, мы с вами будем завершать, наверное, нашу, нашу работу. Талат Ургамбаевич, благодарим вас от всей души. На сегодняшний день это первый мастер-класс, который команда из Казахстана приготовила для наших коллег, для всего сообщества, которое присоединилось к форуму «Золотая арка». И напоминаем, что данные мастер-классы, они проходят в рамках форума «Золотая арка». Всего доброго, до свидания. Рахмет. Спасибо. До свидания, до свидания, до свидания. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Так, мы здесь чудием.